Большие гастроли в Ульяновске Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия открыл эксцентричным балетом «12 стульев», одной из самых громких премьер минувшего 50-го юбилейного сезона. Продолжил гастроли классический балет «Лебединое озеро». Я удивлен и восхищен той реакцией, которая рождается у ульяновского зрителя на наших спектаклях, потому что так тепло, так доброжелательно, так добродушно нас не принимали нигде, и те овации, которые слышат наши артисты, и та эмоция, та энергия, которая рождается в зрительном зале после спектакля, конечно, это достойно уважения. Балет «12 стульев» на музыку легендарного композитора Геннадия Гладкова поставлен по мотивам самой известной и любимой с детства всеми жителями постсоветского пространства одноименной картины Марка Захарова. Однако классики в нем нет. Это, скорее всего, спектакль-эксперимент. В постановке заняты ведущие солисты балета Якутии. Стас Бендер. Для меня роль это, для меня вообще, чтобы сделать вот такую вот роль, для меня очень сложно удавалось. Потому что у Остапа очень много внутренних диалогов, а за счет вот пластики, танцевальной хореографии, да, надо показать, передать зрителям, о чем я вообще говорю. Так что много надо было жестов показывать, и не должно было быть каких-то пустых мест. Роль мадам Грицацуевой в «12 стульях» исполнила хрупкая девушка. Это очень интересная и своеобразная роль для меня, так как... Мадам Грицацуева все-таки солидная, полная такая женщина. У нее другие жесты, манера, подача другая. Я искала очень долго то, как воплотиться в эту роль, перевоплотиться. Ну, надеюсь, что у меня получилось. Впереди мюзикл о жизни в Инстаграм «Калейдоскоп иллюзий». На этом трехнедельные гастроли Якутского театра, которые прошли в 4 субъектах Российской Федерации, завершатся. Далее ответный визит в Якутию Ульяновского драматического театра имени Гончарова, который выступит с обменными гастролями на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.